І на продовження інформаційного блоку далі будемо спілкуватися з гостем студії. Сьогодні це гостя, народний депутат Наталія Королевська. Вона є представником опозиційної платформи «За життя». Добрий вечір, наші гості. Добрий вечір. Я начну вот с темы, которая сегодня на слуху. Я имею в виду закон о языке. Очень много об этом говорят и очень много там его сейчас обсуждают, принимают. А как вы считаете, вообще это необходимо сегодня, сейчас и вообще необходимо ли это? Ну, во-первых, я абсолютно уверена, что это такая политическая технология, предвыборная технология. И главная цель – это отвлечь сегодня внимание людей от тех социальных, экономических проблем, которые есть. Потому что люди сегодня задают главный вопрос – как выжить? Как выжить на эту минимальную пенсию с этими колоссальными тарифами, с сумасшедшими ценами? И вот человеку, по-моему, все равно, на каком языке он получает сегодня платежку, потому что чаще всего, попадая в яму на дороге и получая платежку, люди выражаются сегодня нецензурным языком, не думая о том, какой там государственный. И тем более в Конституции Украины написано – единственный язык государственный – это украинский язык. И никто это не поддает сейчас сомнению. А то, что желают сейчас, прикрываясь якобы законотворчеством о государственном языке, на самом деле дискредитировать и дискриминировать языки, которыми пользуются люди как родные языки, языки национальных меньшинств, русский язык, то вот в этом и сейчас заключается суть данного законопроекта. Хотя весь цивилизованный мир сейчас развивается. И я считаю, что мы наоборот должны сделать все, чтобы молодое поколение умело говорить на английском языке, имели возможность изучить китайский язык, русский язык, потому что это языки, на котором говорит сегодня полмира. Это возможность общаться с миром, быть конкурентоспособным, действительно продвигать себя. А когда мы пытаемся маргинализироваться, когда мы, наоборот, пытаемся заставить людей, и вот политики своими грязными ручками уже лезут и за стол к человеку, и в дом, и в постель, рассказывать, на каком-то там языке должен говорить, то это, наоборот, вызывает больше такую обратную реакцию, я бы так сказала. Насильно мил не будешь, и насильно не заставишь полюбить язык. А вот если, наоборот, создать условия, создать возможности людям реализовать себя, молодежи найти здесь себе рабочее место, найти себе достойную заработную плату. Вот для меня важно, чтобы человек гордился в душе, даже гордился, что он украинец, гордился, что он говорит на национальном языке, а не заставлять в бедности и в таких колоссальных трудностях сегодня главное, по их мнению, это на каком языке говорить. Но сегодня есть чем гордиться украинцы, по вашему мнению? Ну, вот, вы знаете, у нас буквально на днях был День счастья. Ну, такой условный, как бы, праздник. Международный день счастья. Да. И вот, к сожалению, в этом рейтинге мы заняли предпоследние позиции в мире. Там 130, по-моему, какое-то место на уровне самых там недоразвитых стран мира. И вот этот показатель такой интегрированный, да, который в себе собирает это и продолжительность жизни человека, и доступ его к медицинским услугам, доступ к инфраструктуре, вот он очень такой знаковый, да, что вот намного важнее сейчас вот, объединить свои усилия, возможности для того, чтобы создать условия в нашей стране, ведь у нас есть этот, слава Богу, этот колоссальный потенциал, а не подменять в понятие. Вот что у нас последние там несколько месяцев происходит в парламенте. Мы требуем принятия нашей социальной программы. Это принять вопрос, пересмотреть тарифы. Потому что, ну, во всем мире падает цена на газ.
Нигде сегодня нет такой цены на газ, по которой продают нашим пенсионерам, нашим гражданам газ в Украине. Уже да? Даже Нафтогаз уже говорит. Да, даже уже Нафтогаз там заявляет, что как-то уже им даже стыдно по такой цене продавать для населения газ. Да. А правительство стоит на своем, что нет, вот цена зарегламентированная, она такая будет. Мы подготовили законопроект, зарегистрировали в парламенте, как сделать цену не больше 4600 гривен за газ, и это самая максимальная цена сегодня возможна. Второе, это вопрос доступа к субсидиям. Лишили половину людей субсидий. И что сделали? Да? Выросли колоссально долги. Потому что человеку, того, что ему не дали субсидию, денег у него не добавилось. Ему как нечем было платить, так и сейчас он не платит. Люди сейчас платят, кто сколько сможет. А понятно, что долги растут, а сегодня поставщики услуг начинают бить в набат, что дайте людям субсидию, так мы хоть что-то получали, а так у них начинают расти долги по зарплате, ухудшается качество и так далее, и тому подобное. Поэтому вот вопрос тарифов решить с субсидиями, мы прописали, как это сделать. Но парламент, ему надо мову рассмотреть. Следующий блок вопросов – это пенсии, прожиточный минимум, минимальная заработная плата. Но сейчас вот в марте месяце пересчитали пенсию. Я сегодня посещала пенсионный фонд, да, людям дали добавку, там, кому-то до 100 гривен, там, кому-то чуть больше. А вот эти разовые выплаты, которые да, сейчас... Да, вот эти разовые подачки. Ну, то есть, ну, это такое вранье, говорят, то, что мы людям не индексировали 5 лет, вот мы один раз теперь проиндексируем и отдадим. Но ведь если вы признаете, потому что по закону они действительно в нарушение законов Украины ежегодно не индексировали людям пенсию, то они должны выплатить минимум 30 тысяч гривен, а не 2400, как они сейчас это делают. Поэтому это такая предвыборная выплата, дабы уменьшить негатив и отношение людей к власти. Ну вот сегодня встречались с ветеранами, они говорят, ну мы второй раз на грабли наступать не будем. Мы все это люди понимают и намного умнее, чем сегодня хочется власти, у нас народ в стране. И все понимают, что это монетизация субсидий, это мартовская индексация пенсии, несправедливая, потому что одним добавляют там по 3, по 5 тысяч гривен, а другим по 100, по 200 гривен. А ведь все понимают, цены-то завтра вырастут, и это все у людей отберут, все эти повышения. А с 1 мая следующее повышение цены на газ, и его же никто не отменяет. Мы требуем, подготовили все решения, обратитесь к МВФ, проведите переговоры, отмените майское повышение цены на газ, потому что оно уже бесполезно, люди больше платить все равно не смогут. Но они же все равно обманывают, переговоры никакие не проводят, пытаются эту тему просто замолчать. Поэтому мы считаем, что только на законодательном уровне, подняв прожиточный минимум, он не может сегодня быть меньше 4000 гривен, пересмотрев от этого и минимальную зарплату, и минимальные пенсии, и всю шкалу пенсии и зарплат, только тогда мы можем хоть немного социально восстановить людей. Вот я сегодня была в детском доме семейного типа в свое время, мы его открывали. Здесь у нас? Да, в Днепропетровском районе, в Днепропетровской области. И вы знаете, что вот 5 лет назад мы открывали в год более 500 детских домов семейного типа. И в чем был смысл? Чтобы каждый ребенок имел семью. Да? И вот это очень важно. Потому что сегодня власть говорит, закроем интернаты. Но чтобы закрыть интернаты, нужно дать детям возможность другой формы воспитания. Это только семейная форма воспитания. И мы всегда платили 2 прожиточных минимума на каждого ребенка для того, чтобы, когда его берут в семью, ну, чтобы более-менее нормально его могли там полноценно воспитывать. Раньше прожиточный минимум был $120, то есть семья получала там около $250 на ребенка. Ну, в принципе, можно было достаточно полноценно в месяц на эти деньги ребенка одеть и выучить, и проконтролировать. Сегодня 2 прожиточных минимума – это $100, грубо говоря. На эти деньги уже сложно брать на себя ответственность за ребенка, потому что не дай бог заболел, не дай бог что-то с ним случилось, что уже, уже семьи…
боятся просто-напросто брать детей. И сейчас в два раза сократилась семейная форма воспитания для детей, и детей больше оставляют в интернатах, в детских домах. Угу. И вот, и, ну, как бы уничтожили эту систему семейной формы воспитания, которую мы годами выстраивали, потому что это тоже не так просто, чтобы семьи начали брать детей, начали их воспитывать. Поэтому вот эта такая антисоциальная глобальная политика по всем направлениям, она начинается с того, что вот сейчас два раза смертность превышает рождаемость, что по индексу счастья, по уровню жизни мы там самая беднейшая, самая несчастливая страна Европы. А по уровню цен и тарифов мы самая европейская страна сегодня. И вот такой дисбаланс, он не может быть долгим. Вот мы сегодня зарегистрировали законопроект в парламенте вместе с моими коллегами Вадимом Рабиновичем, Юрием Бойко о том, чтобы приостановить сбор, как-то собирать военный сбор. Военный налог. Да, да, вот этот военный налог. Мы понимаем, сколько будет критики в наш адрес, но вот вся страна 5 лет. А вот Днепропетровская область особенно, да, очень помогала переселенцам, очень помогала военным ребятам, и госпиталя, и больницы, и все, то есть, ну, принимали первыми на себя этот удар. И очень развито волонтерство, и как бы люди, ну, последние несли, чтобы помочь армии, и помочь мирным людям, пострадавшим. И вся страна платит военный сбор, и никто не поднимает, в принципе, даже сомнению не поддает, что да, когда война, что это нужно, и мы все как с миру по нитке, конечно, будем помогать и поддерживать. Но какой же шок наступает, когда мы видим, как деньги армии сегодня, по заявлениям в прессе, оказывается, разворовывались, как вот организовывали этот бизнес на крови, и как сегодня нет никакого покарания за это. То есть пытаются замолчать эту тему, как-то там ее сгладить. А ведь люди и дальше каждый месяц со своей зарплаты перечисляют этот военный сбор. И поэтому мы зарегистрировали такой законопроект, что пока не будет полностью рассмотрено, куда использован этот военный налог, не наказаны будут и расследованы те преступления, которые стали уже публичными, которые дальше сейчас все новые и новые нюансы возникают в прессе, что до этого момента приостановить начисления и отчисления этого военного сбора, потому что, ну, это крайне несправедливо. Каждый человек со своей зарплаты это отдает, это он домой не доприносит эту денежку, а в этот момент какие-то лица позволяют это дело грабить. Поэтому вот такую инициативу мы сейчас зарегистрировали. Ну и вот третий блок, мы начали говорить о детях, наших требований, это, конечно, поддержка детей с семьями. Вот сегодня у нас также проходило заседание Национальной платформы «Женщины за мир». Это такая уже инициатива, много лет у нас существует. В Украине более 150 тысяч женщин в стране объединяет. И вот мы выходили с протестами много раз под правительство, в парламенте, добивались, чтобы выплаты при рождении ребенка, выплаты детям до там, 3 лет восстановили. Ну вот, наконец-то добили правительство, что выплату на 3-го ребенка хотя бы с 1 апреля начнут платить. Это вот уже как бы первый там положительный результат. Добились, чтобы Генпрокуратура открыла уголовное дело по этим бэби-боксам, потому что, ну, говорят, что там на одну сумму лежит материалов, все мамочки посчитали, говорят, там в 2 раза меньше. Опять-таки сумма, есть вопросы. Да, ну, я говорю, нас грабят на армии и на детях. Ну, это уже настолько как бы цинично. Тоже вот добились сейчас открытия уголовного дела. И приняли сейчас решение, что дальше мы проводим мобилизацию наших мам по всей стране с требованием, конечно, добиться, это индексация выплаты при рождении ребенка, потому что у нас сократили, привели там всех как к первому ребенку, и понятно, что рождаемость стала падать, потому что ну, жизнь сложная, и не получая никакой поддержки со стороны государства, сегодня родить и воспитать ребенка очень тяжело. Восстановить выплату одиноким матерям, как это было раньше, и выплаты детям для каждого ребенка до 3 лет, а не только 3-му ребенку в семье, когда у тебя 2-й ребенок рождается, ему не надо поить, кормить, или вот какая-то логика у правительства очень странная. То есть
Поэтому вот эта программа по детству и по материнству. Вот такие три блока вопросов. Это вопрос решения тарифов, вопрос прожиточного минимума, пенсии, социальные выплаты, субсидии и вопрос защиты детства и материнства. Мы сегодня комплексно обсудили и в Днепропетровской области, собрали социальный совет, где присутствовали все общественные организации, лидеры ветеранских организаций, чернобыльских, афганских, женских организаций. Ну и обратились к премьеру, к президенту, к спикеру, что нужно вернуть страну к социальной повестке дня. Что выборы закончатся, и мы все 1 апреля проснемся, от этого страна не поменяется, мост не отремонтируется в Днепре, вот отопление дешевле не станет, и мы столкнемся с теми же проблемами, которыми мы живем и сейчас. Поэтому нужно все-таки прекратить вот, заниматься этой политологией круглосуточной, манипуляцией круглосуточной. Ну, сейчас невозможно прекратить, потому что неделя всего осталась. Так, понимаете, что неделя пройдет, а никто не собирается возвращаться к социальной повестке дня. Поэтому у нас, вот мы сегодня, общаясь с лидерами общественности Днепропетровской области, пришли к одной мысли, что у каждого есть шанс ситуацию изменить. Это идти 31 числа на выборы. Обязательно, потому что тоже мне много вопросов задают люди, типа там лишние бюллетни напечатали, за нас там уже все решат, что ходи, не ходи на выбор, ничего не изменишь. То вот мне очень хочется сказать нашим телезрителям, изменишь. Вот это как никогда, это зависит от каждого из нас. И это специальная технология сейчас рассказывает, что там можете не ходить, уже все решено. Нет, вот если вы пойдете и сами используете свой бюллетень, проголосуете действительно по совести, то действительно вы повлияете на процесс. А если, конечно, вы этим правом своим не воспользуетесь, то ну и не на кого потом пинать, потому что опять мы увидим ту же самую власть, те же самые лица и ту же самую повестку мова, вира, НАТО и так далее, то, что не имеет отношения к нашей жизни. У нас еще, вот хочу услышать вашу позицию, очень такая важная тема, вы сказали о сокращении населения в Украине в другом ракурсе, но у нас еще есть проблема вот миграции, да, людей, трудовой миграции, очень многие люди уезжают, и сейчас важный вопрос, сколько людей в Украине осталось, какое количество населения, ну, наверное, уже очень уменьшилось. Да, к сожалению, да, мы последние, по-моему, лет 10 уже точно не видели переписи населения. Да, но обещают же что-то там, да, на 20-й год вроде. Ну, да, обещали, перепись. Обещают, я так понимаю, дальше будут уже обещать. Уже совсем не 52. То есть сегодня сложно как бы спрогнозировать, но вот вопрос миграции, он действительно стал сейчас очень острый. Мы проводили в понедельник экстренное заседание в парламентском комитете, потому что уезжают в основном молодежь, уезжают люди, которые такого трудоспособнейшего возраста, и вернуть их потом будет очень сложно обратно. А сегодня еще есть шанс создавать условия здесь, чтобы человек мог себя реализовывать, чтобы хотя бы прекратить вот этот вот массовый отток людей, потому что через несколько лет, и сейчас уже тяжело найти квалифицированного человека на работу, а через несколько лет это будет катастрофа. А получается так, ну вот подписали экономическое соглашение с ЕС, мы что ждали все? Ну, мы все ждали европейских пенсий, европейских зарплат, рабочих мест, инвестиций, ну, экономического процветания страны, правильно? Ну, в чем выгода, да, нашей страны. А получилось так, что мы вместо того, чтобы сегодня экспортировать нашу продукцию, чтобы наши заводы, предприятия работали на экспорт, поставляли в Европу свои товары, то мы, получается, в Европу поставили сегодня своих людей, которые там работают на их заводах, на их предприятиях, а у себя мы остались и без предприятия, и без рабочих мест, и сейчас мы остаемся без людей. Кто больше всего от этого выиграл? Ну, сегодня от этого больше всего выиграла Польша, потому что в свое время поляки уехали работать в Германию, и Польша сейчас получает украинских квалифицированных. Хорошее, да. И инвестиции, которые могли прийти к нам в страну, они сегодня идут в Польшу. И, конечно, у поляков большая выгода от того, что Украина подписала ассоциацию с ЕС. А Украина получила европейские тарифы, европейские цены, получила драконовские, МВФовские разворованные кредиты.
и не получила ни копейки, ну, как глобальных инвестиций и возможностей. И поэтому, когда вот недавно применяли изменения в Конституцию, и там писали стратегический курс Украины в ЕС и НАТО, я голосовала против. Мне говорят, ну почему, ты разве против ЕС, там против? Я говорю, да нет, я-то в принципе не против, но я за то, чтобы у нас в Украине здесь была европейская пенсия, европейская зарплата, европейские суды, где будут действительно справедливая система правосудия, европейские дороги, европейские услуги. Я за это. Я против того, когда наших людей сейчас туда заманивают, когда мы теряем свой потенциал, когда они требуют, чтобы мы продали украинскую землю, когда они уничтожают сейчас нашего украинского производителя, потому что ясно, мы там не подходим под их стандарты, и они не хотят, чтобы мы датировали свою промышленность. И вот яркий пример того же Южмаша, трубная промышленность Днепропетровская. Ну и вообще Днепр всегда был очень промышленным, развитым технологическим регионом. И вот это такая визитная карточка, как из своих колоссальных побед в прошлом, мы сегодня оказываемся в сложнейшей ситуации. Поэтому я им сказала честно, напишите европейская зарплата и пенсия в Украине, в Конституции. Я за это, конечно, проголосую. А написать, что мы просто куда-то идем, и идем так, чтобы нашим людям от этого только хуже было, конечно, я никогда этого не поддержу. Ну что, на сегодня заканчиваем, резюмируем, нужно идти голосовать. Нужно идти голосовать, это наш сегодня шанс отменить и реформу здравоохранения, и пересмотреть реформу пенсионную, реформу образования, отправить наконец-то в отставку правительство этого Гройсмана вместе с этой Супрун, а самое главное, вот наш шанс это сделать все, чтобы вернуть мир в Украину. Потому что главная задача, это в первую очередь вернуть мир для Украины, для будущего наших детей и вернуть спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Спасибо вам за визит. Я нагадаю нашим глядачам, народний депутат Наталія Королевська була сьогодні гостею нашої студії. Вона є представником опозиційної платформи «За життя». Я дякую вам за увагу. Залишайтеся на 9 каналі. До побачення.